Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби», вторая часть. Так, сегодня мы получаем с тобой вот это вот растение. Окей, 5 штучек. Так, оно у меня, по-моему, да, оно не открыто. Так, а оно что, у нас покупается, что ли, в магазине чисто? Так получается. Так, и забираем с тобой еще 5 кристаллов. Так, ну что, вы мне писали, что у нас сейчас идет событие, да? Я так понимаю, хэллоуинское. Да, я вижу даже ивент. Ну что, давай-ка сбегаем с тобой. Посмотрим. Насколько помню, это растение превращает любого зомби в гриб. Да. В маленький грибочек. Но интенсивность, точнее скорость именно превращения оставляет желать лучшего. Особенно, когда здесь всякие, блин, хорьки и тому подобное. Ладно, посмотрим давай, что у нас из этого получится. Если легкий ивент, естественно, попробуем вторую попытку. Но я сомневаюсь, что они мне опять дадут такой шанс. Так, а это у нас, насколько я помню, этот попрыгун. Он прыгает и взрывает растения. Да? Так ведь это работает у тебя. Если, конечно, ты успеешь прыгнуть. Так, здесь у нас эти чувачки идут. Но против них вот эффективны, конечно же, наши бумеранги. Потому что они бросают, и этот бумеранг возвращается. О, твою налево, ребята. Куры, куры, конечно же, куры. Конечно же, а, мы справились. Началось. Началась дискотека. Началась дискотека. Кстати, бумеранг тоже очень, ребят, хороший против куриц. Ну что, давай. Выставлять. А что, интересно, делает под ультой? Ни шиша не понял. Давай, давай, что за подтормаживание? Никаких лагов не должно быть здесь. Ну-ка, давай так вот. Опа. Оу. Он жаб делает. Ну, это топово. Так. Не надо тут выкрутасов мне, пожалуйста, не надо. Слушай, мы же можем вот эти вот грибочки, насколько я помню, вот так вот всех активировать. Мне кажется, мы пройдем здесь, причем довольно легко. Вообще на изи. Давай вот так вот сделаем. Опа, и все. Слушай, я думаю, что если, конечно, мне дадут второй раз пройти, я обязательно пройду. Так, 5 тыкв, 10 теневых орехов и 1000 монет. Конечно же, я попробую. Но что-то я сомневаюсь, что у меня получится. Так, ну что, ребята, глянем. Вот, вот, вот она, опять та же самая ошибка. Ты видишь, да, все зависло. И это говорит о том, что мне нужно перезаходить в игру. Обидно, конечно, что вот так вот получается. Здесь у нас что? Забрать все. 3 кристалла. Интересно, а здесь у нас есть какие-нибудь новые ивенты? Нету, ребят. Вот здесь как раз нету, только лишь за гемы побороться. И то раньше давали 100, теперь почему-то дают всего лишь 80. Так, а в Пенни? В Пенни что-нибудь у нас новенькое появилось? Давай-ка глянем. Хотелось бы, конечно, новых событий, но нету. А мы еще и старые не прошли. Ну-ка, 1200. Слушай, стоит побороться за 1200. Кстати, у нас с тобой 20 тысяч монет. А это значит, что я могу прокачать растения. Так, что тут? Гаргантюа? На нас будут идти. О-оу. Наверное, я вот так вот сделаю. Что тут у нас? Блин, бомжи-прыгуны. Твою налево. Ладно. Против бомжей-прыгунов, на самом деле, знаешь, кто очень хорош? Горохострел, который стреляет и вперед, и назад. Но я почему-то его здесь не вижу. Так, возьму виноградину, на всякий случай. Так, гаргантюахи. Ага, а гриб? Дадут мне этот гриб, который приворожить могут? Нет, не дадут. Так это ж плохо. А, нет, вот он, есть, друзья, отлично. Так, возьмем, наверное, с тобой
бомб-гранат плюс яблочную мортиру. Гаргантюахи, прыгуны. Твою налево, что же сделать-то нам еще? Рис, наверное, я возьму взрывной. И хотелось бы вот этого еще взять. Рис взрывной. Пам-пам-пам. Ну и, наверное, тогда подсолнух уже остается. Да, возьмем подсолнух. А, нельзя, нельзя, ребята, здесь брать подсолнухи. Вот оно что. Тогда, наверное, вот этот горохострел. Все, погнали. А как же мы будем получать энергию, интересно мне знать. Пока мне не ясно. Ну, пока вот так вот сделаем. Погнали. Кто там у нас? Бомжи-прыгуны, естественно, выходят, да? Поэтому сразу вот так вот делаем. Отлично. Так, вот он, да? Явился, не запрелся. Ну-ка. По-моему, мы его успели захомутать. И как бы, по идее, он должен работать теперь на нас. Да, вот он летит. А ну-ка, яблочки. Круто. Теперь давай вот так сделаем. Солидно. Просто ништяк. Ну-ка. Так, гаргантюха там прет. Там у нас прет гаргантюа. Давай, наверное, так еще сделаем, чтобы их подорвать всех. Так, птеродактиль, ты... Я думал, ты мне будешь помогать, блин. Ага, помог. Ладно, газонокосилка его должна уничтожить. А, но больше мы такое допустить с тобой не можем. Оплошности, к сожалению. И денег, как ты видишь, у меня больше нет. Денег у меня больше нет, а он бросает бомжа. Бомжа. Так, удобрение. Ну что, наверное, на рис я все-таки активирую. Ух. Бухнул так, как не кисло. Тут, смотри. Ну что, еще разок туда влепим. Так, спасибо за удобряшку. Блин, смотри, что там делает. Ну, не получилось. Так, 11 секунд нам прождать, и все, ребята, и пройдем этот уровень. 5, 4, 3, 2, 1. Все. Победа. 1200 монет мы с тобой получаем на карман. Плюс усиливаем перк до второго уровня. Ну, это щит, если кто не знает. Дальше. Дальше у нас с тобой еще одно получается здесь, да, событие? Ну-ка, что у нас тут? 1400, либо 10 теневых. Либо 10... Давай попробуем заработать 10 теневых горохострелов. Ну, если не получится, уже пойдем за 1400 монетками. Оу. Это офисные бабки. Блин, бесявые, кстати. Бесявые. Да, вообще ненавижу, когда офисники... Трындец просто полный. Просто полный трындец. Ну и естественно. Ну естественно. Что они могут, ребят, нам предложить? Офисники идут. Ох ты. Ох ты. Это что такое у нас интересное такое? Я... Такого у меня растения не было, поэтому... Ну это типа крабика какого-то. Если смотреть. Так. Офисник идет. Да ёк-макарёк.
Смотри, 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 что делает, а? Дуралей-то этот. Я так проиграю, причем довольно быстро. Так, если мы с курицами сейчас с тобой как-то справляемся. Ну, пока справляемся здесь. Давай вот так вот. Да ты посмотри, ему пофиг, он просто идет и все. Катится называется, а? Нафига вы его сюда мне перекинули, вот объясните. Мне здесь они нафиг не нужны. Будем честны. Так, забираем здесь все. Давай, 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 бомби ему по спине. Так, ему там засранцу. Есть. Так, ну тут офисники еще не все, ребята, не все разморожены, посмотри. Трэш какой-то пошел. Давай, наверное, вот так сделаем. Пока не будем тратить. Если есть ячейки, пока тратить не стоит. Все, что ли? Ну, друзья мои, мы получили с вами 10 теневых горохострелов. И это круто. Если учитывать того, что у меня их вообще нету. Тогда давайте сделаем следующий заход. О, зомбосик, друзья мои. Так, ну что, повышаем ставки, да? Повышаем ставки. Надо, во-первых, посмотреть, что за зомбос. В какой он именно фигне. В каком, ну, этом, драконе там или в тележке. Это, блин, Запад, да, у нас Дикий Запад. И, как всегда, в тележке. Понятно. Так, офис... Блин, очень много офисников. Так, много офисников. Что мы сделаем? Виноград, наверное, возьмем, да? Плюс, у нас есть теневой под ультой. Слушай, они мне почему-то скидывают на теневую. Смотри, больше всего на теневуху. Сразу орех дали. Ну, если они сразу орех дали. Мне же все равно нужно бомбить именно по нему. Поэтому мне нужно что-то такое, чтобы наносило урон, дамаг. А чем я здесь буду наносить дамаг? Вот, объясни мне. Чем? Летуны есть у него? Летунов я не вижу. Так, так, что-то, что-то вот еще надо. Есть вот... Давай так, наверное, еще сделаем. Пойдем с тобой без этих, да? Без... Как они называются-то? Без подсолнухов, короче. Угу, выходит. Босс-зомбос, блин. Естественно, наполняет свою шкалу до десяточки. А, до семи. Стоямба. Так, влупляем. Так, я вот здесь все это пораставлю пока. Мои теневички. Я так понимаю, он меня хочет достать просто, да, своими этими курицами. На это что ли у него идет расчет или как? Оу-оу-оу, куда ты побежал-то? Родной. Все это забираем. Выставляем. Влупляем. Так, бомбим. Бомбим, конечно. Все, снос на своем пути. Гаденыш. Несчастный. Боится, правильно. Так, сколько? У него еще дофига здоровья. 5. Вроде бы как этим защитился со всех сторон, но... Мало этого будет. Это что еще тут?
Так. Нахапли-то, нахапли мы с тобой тут. Так, взрываем. Опять же виноградина. Блин, он от меня упрыгивает, понимаешь? Давай сделаем так. Раз. Сразу же вторую. Еще одну ульту. И еще одну. И плюс вот так вот. Виноградина. Опа, 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 опачки. Они проходят. Не успею я забомбить зомбосы, судя по всему. Ну-ка, взрыв. Солнце дают просто немерено здесь. Вот только толку маловато от него пока. Двадцать секунд, не успеваю, ребят. Хотелось бы, но не успеваю. Да и не успею, буквально чуть-чуть. Ну, при своих деньгах мы тогда останемся по-любому, да? Гриб — это не то растение, которое можно было бы сюда ставить, чтобы оно наносило офигенно дамага. Так же, как, в принципе, и кактусята. Но при своих деньгах, по крайней мере, мы остались. Так, 1700. Ну что, может быть, еще раз попробовать? Может быть, электричеством его хорошо бомбить, а? Давай попробуем электрическими растениями пробомбить, потому что он там прыгает, скачет. Тут как раз эти курицы, мы их будем уничтожать. Единственное, что гаргантюа, да, бесявый. Так, попробуем. Выбираем это. Мы еще с тобой вот этих не видели. Так, погнали. Раз. Дальше, дальше, кто у нас там еще будет идти? Электрические. Два, три. Можно взять, наверное, бублича. Наверное, я не уверен, конечно, но как бы можно попробовать просто его. Чернику. Ну, она электрическая, ну, блин, я не знаю. Может быть, цитрона. Может быть, цитрона, а может быть, вот этого было бы, наверное, тоже неплохо, в принципе, да? Вот ты не знаешь даже, что здесь сделать и кого лучше поставить. Так у нас всегда. Мортиру. Яблочную мортиру я, наверное, возьму. И орех. Ну, была не была, попробуем вот такой. Конечно, хотел электрическими, но, видишь, не совсем то, что я хотел. Так, так. Теперь мортирки. И орешки. Ну что, поехали, попробуем. Электричество, да, вот оно будет бомбить, и он будет все равно получать урон, хоть какой-никакой. Куда бы он там не скаканул, все равно будет его бомбашить. Твою налево. Ну ты посмотри, что он начинает сразу делать, а? Получает урон? Получает. Так, давай бублиша выкинем с тобой. Очень хочет что-то сделать, но, видишь, не получается у него. Пока не получается. Пока мы с тобой тут вроде бы нормально разруливаем. Так, слушай, ну, намного лучше так получается.
Забираем. Я уже не знаю, куда мне этого бубыча ставить, если честно. Уже просто некуда. Так, выставляем все обратно, что у нас тут с тобой покуцали. Так. Мята, давай. Вжаривай. Так, у него одна полоска здоровья осталась. Что будем делать? Мортиру, конечно, будем применять. 55 секунд. Слушай, по-моему, мы сможем его победить здесь. Не хочу сглазить. Но вроде бы как отличная тут у нас получается команда. Самое главное, куда бы он ни прыгнул, он все равно, ребят, получает урон. Все. Или еще полоска будет здоровья, не пойму. Нет, мы его победили. А это значит что? Что мы с тобой получаем фул награду. Это круто. Да, 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 тут у нас все получилось просто наиотличнейшее. Причем они даже прорваться здесь не смогли, прикинь. Вообще не смогли ничего сделать. Так, неплохенько, совсем неплохенько. 10 теневых горхострелов, плюс 2200 монет. А, тут еще вон что. Так, теневой гриб мне достается. Ух ты. Так, и вот у нас теневой горхострел. Слушай, ну у нас же, по-моему, еще есть, да? Насколько я помню. Попыточка. Поэтому, я думаю, надо действовать. И помимо этого, как раз возьмем с тобой эту же команду. Ничего менять не будем, именно ей пойдем. Сам видел, все великолепно. Электрические горохострелы и вообще электрические растения просто разрывали здесь в хлам этих зомбарей. Но опять же, скажем, разом зомби становятся сильнее. Видишь, тут уже офисники эти добавляются. Так, оставляем прежнюю команду. Let's go. Так. Так, так, а, мортирки тоже нужны обязательно, ребят. Мортирки, они станут противников. Так, ну и, конечно же. Так, орешки, орешки. Сюда, сюда. Все, погнали. Давай, 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 выходи, зомбосик. На своей телеге. Придумал же такую колобаху, да? Вылупляй, сразу же, ребят. Чтобы на старте ему как можно больше урона дать. Чтобы на старте надо ему как можно больше дать урона. Как там прыгает, скачет, что хочет делает. Так, сюда поставим мортирки. Так, не хватает энергии солнечной. Ой-ой-ой. А как мелкашет этих перекидывает? А, бублиш, конечно же, бублиш, мы с тобой забыли юзать. А бублиш-то у меня без ульты, ребята. Вот в чем проблема-то. Так, это большая проблема на самом деле. Если бублиш без ульты. То есть врагов мы с тобой не сможем встанет. Вот что я к чему говорю. Сколько у него там? Две полоски хп осталось. Две полоски — это много. Так, спасибо за удобряшку. Она будет вовремя, кстати. Куда вот только ее применить? Давай, наверное, сюда. Электрическую. Хорошо его там прижучивает. Зомбоса. Именно мятой. Электрическим. Он там, бедный, аж в шоке был. Ну что, применяем, наверное, на мортиру. Смотри, смотри, смотри. Видишь, он потихоньку получает урон.
куда бы ни прыгнул. Электричество его достает везде. И еще разок влупим. Ай, красота, ребята, просто красотища. Все, зомбосс побежден. Значит, мы с тобой получим фул награду. Это круто. Мяту не могу поставить никуда. Просто никуда, а мне хочется ее влепить. Так, монетку забрали золотую. А куда мне поставить мяту, я с ней уже тут... О, даже гем выпал. Не, ребят, вы что хотите, думайте, но мы тут разносим зомбоса просто в легкую. Смотри. У него даже шансов здесь ничего нету. Монет сколько нам выпадало. Золотых, серебряных. Я с этой метой до сих пор в руках. Да? Очень-очень даже круто. Мне понравилось. Вот такая команда против этого зомбоса самое то. Так, ну что у нас тут? 2200, отлично. Так, подсолнух примитивный. И лазербин. Ну и, естественно, наши 10. Так, нам нужно еще, ребята, ну, 45 найти теневый горохстрел. И мы с тобой его откроем. Это будет классно. Ну что же, Пенни Пурсует, мы с тобой прошли. Так, а теперь я пойду, наверное, прокачаю. Ох ты, забрать все. Тут даже 2000 монет плюс 3 кристалла получили. Где у меня мои... Так, зайдем на огород еще. Кстати, глянем, что у нас тут. Опа, созревшие мои. Так, монетки. И сажаем с тобой новенькие растения. И поливаем. Жужу, ты где? Появись. Жужу, будь добра, полей вот ромашку для начала. Ну, а мы с тобой сейчас прокачаем какое-нибудь растение. Хочу, если честно, прокачать гранат. Ой, гранат, вишню. Тьфу ты, вишню, виноград, ё-моё, о чем я думаю. Вот. Но тут, видишь, тут твою налево. Есть растения, которые можно прокачать, но они у меня не открыты. Тут как бы немножко обидненько, да? Чертополох можно прокачать, пень. Но я ими не пользуюсь. Я в основном вот виноградом, да, виноградом мы с тобой юзаем. Ну что, смотри. Ух, дамаг на соточку подрос. Отлично. Сколько следующий, интересно, у него будет улучшение стоить? Как ты думаешь? 400 нужно, 400 виноград. Да. Мне, наверное, никогда не накопить столько. Ну что, это мы прошли, здесь прошли. Давай заглянем на арену, что у нас там творится. Так, друзья мои, я в бронзовой лиге. Поднимаемся потихоньку. Поднимаемся. Были в железной, теперь в бронзовой. Так. За 50 гемов, я думаю, стоит побороться. Поехали. Том. Против Тома мы с тобой будем драться. Что за Том? Покажите мне, пожалуйста. А, мы же не друг против друга, мы же против зомби. Опа-на. Так, слушай-ка. Здесь однозначно нам понадобится... Подожди. Понадобится вот это растение. Я тебе точно говорю. Так, тут летающие пеликаны. О-о-о. Значит, тут же сразу же с тобой берем... Ну, ты понял, да? Клевер. Берем с тобой сразу... А-а-а, клевер-то нельзя, ребята, брать. Так, а вот это уже плохо. Клевер нельзя брать. Тут этот псих, твою налево. Так, так. Даже не знаю, что делать. Пум-пум-пум-пум. Что-то, мне кажется, такой командой мы далеко не уйдем. Против летающих еще к тому же. И ни одного растения у меня нет под ультой. Так ведь получается? Они есть, но их тут, по ходу дела, нельзя просто брать. Эй, твою налево. Ладно. Давай.
У нас голдблумы, они причем тоже там замороженные. Начну с мортир. Ну и с орехов, наверное. А, подожди, с орехов. Мне же нужно будет 150, чтобы освободить вот это все. Летят засранцы, а. Вот, смотри. Вот об этом я и говорил. Блин, по-моему, здесь мина как бы вообще бесполезняковая. Получается. Да? Здесь надо было теневиков брать, скорее всего. Или хотя бы какую-то защиту. Мы проигрываем, пока проигрываем, ребята. К сожалению. Так, очень круто, круто меня. О, мой противник меня обогнал аж на целую сотню. Как у него такому. Как он так сделал, я не знаю, ребят. Не очень. Блин, потому что у меня и под солнцем ничего нет. Энергия не идет. К сожалению. Бомжи хавают мои растения. Что тоже не есть хорошо. Угу. Грустно, грустно такое вот, конечно, наблюдать. О, у него 640 тысяч. Неужели на теневиках все-таки надо было играть, ребят? Наверное, да, надо было на теневиках. Твою налево, а. Но у меня теневые растения не прокачаны. Вот в чем проблема. Не прокачаны они. Да, ну тут, наверное, лучше электрические брать, как у нас была командочка до этого. И все, она тут разрулит кого хочешь и как хочешь. Согласись, тем более тут курицы идут. Да, надо было теневиков брать. Ой, теневиков электрических. Правда, вот с этими было бы плохо, потому что... Сколько? 16 секунд. Ну, тут бороться уже бесполезно. Тут уже бороться бесполезно. Фейл. Пора признать это, да? Посмотрим, что он там делал. На ком он играл. Да ну. Это бред какой-то, ребят. То, что нам показали, кем он там орал, это бред. Огненная мята, которая вообще там непонятно к чему она идет. Это просто подыгрыш. Игра подыграла, игра специально занизила нам параметры. Ладно, ребята, теперь давайте посмотрим, на что мы с вами способны. Берем электрические прибамбасы, все эти приблуды. Так, так. Так. И, наверное, стоит ли мне брать горохострел? По идее, наверное, стоит. Ой, горохострел. Подсолнух. Наверное, надо. Стоямба, нафига мне горохострел? Мне нужен этот. Кто их останавливает, которые бегут? Психи-то эти. Против кого? Заморозка, это бесполезно. Вот этих ставить, что ли? Ну, ты понял, к чему я говорю, да? Вот они будут бежать на нас, сломя голову. Мы должны будем их останавливать. Чем их останавливать? Как бы нечем получается. Да какая кукуруза нафиг?
Так, ладно. Погнали. Начнем по-тихому, да? Так. Посмотрим, как у нас получится. Блин, эти бомжары. Чего вот этот вот орех я поставил? Он его схомячил за 3 секунды, прикинь. Ему по барабану. Абсолютно. Вот про это я тебе тогда и говорил. Вот как мне их сдерживать, этих книгочтеев? Бесполезно. Мы их даже пробить не можем. Надо было все-таки то брать растение, которое, блин, ты понял, да? Которое уничтожает надгробие. Давай, влупляй уже. У нас не так уж много выбора. Капец. Ну и что это у меня осталось? Что это у меня осталось? Да ничего не осталось, ребят. Все, полностью уничтожили. Да. Лучше, блин, и быть не могло. Тут еще барахтаюсь, но это все бесполезно. И, наверное, все-таки надо было брать подсолнухи. А, нет, подсолнухи можно было бы не брать, если бы мы с тобой уничтожали вот эти могилы. То есть, то ли могила Еда нам нужно брать, да, чтобы он уничтожал, то ли вот то растение, которое как раз уничтожает эти могилы. Больше особо выбора нету. 39 секунд, если я продержусь, то, возможно, мы выиграем. И враг меня не сможет одолеть. Хотя он там, я смотрю, тоже, по-моему, встрял конкретно. Судя по тому, сколько у него прибавляется очков, тоже видел его там разграбление. А в остальном электрические растения очень даже неплохие. Очень даже неплохие. Ну, по крайней мере, против курицы они точно неплохие. Так, ладно, одну победу мы с тобой одержали. Опачки, и 50 гемчиков мы с тобой зарабатываем. Блин, давай попробуем еще. Блин, хочется найти какую-то идеальную команду, которая просто будет разносить их в порах. Против куриц очень неплохие электрические, я не поспорю здесь. А вот в остальном, особенно когда они идут быстро, давай подумаем. Возьмем вот это. Да, возьмем это. Допустим, возьмем с тобой теневика. Так, к примеру, да? Теневой, да? Значит, если нет, этого ставить. Хотя, теневая мята. Вот этого возьмем. Блин, и кого еще-то? Вот этого и... Мину, может быть, взять нам. Так, даже не знаю, ребят. Вот этих вот, как вот книголюбов, этих книгочтеев.
уничтожить. У нас, видишь, показано, что типа теневые здесь рулят. Теневые. А электрический, наоборот, почему-то понижающий урон. Почему понижающий, не знаю, ребят. Ну, вот так вот показано. А рулят именно теневые. Ладно, я возьму теневую мяту. И последнее какое-нибудь теневое растение. И это будет у нас... Последнее теневое растение будет... Вот это. Ну что, попробуем. Раз, два, естественно, сразу вот эти орехи выставляем. Ну и, конечно же, супер-пупер наши вот эти вот кактусы. Так, так, поехали. Будем смотреть, получится у меня задуманное или не получится. Так, энергию солнечную я... Ого-го-го. Забрал. Усиляем. Так, ну, бомбанем разочек. Вот ты смотри, он все равно проходит. Он плевать хотел. Чё там стоит, как там стоит. Тут надо было все-таки брать могилоедов. Они не справляются, ребята. Они элементарно не справляются со своей поставленной задачей. Смотри. Ни хренашечки. Давай ты бомбаш уже, в конце концов. Почему так происходит? Ну и пытаемся, конечно, сдержать натиск зомби здесь. Но как-то это, блин, как-то это все так смотрится нелепенько, если честно, с моей стороны. Посмотри, бомжи просто раскудахчили, просто все разнесли. Все, просто бомжи пришли в тыл и уничтожили все, что могли. Вот так вот. Так что делаю выводы. Так что делаю выводы. Что могилоеда не хватает, вон там. Не хватает могилоеда. Этаж. Но в любом случае победа здесь будет за нами. Ну, до идеальной команды это, конечно, ребята, смех. До идеальной команды здесь очень-очень далеко. А, естественно, все виновато, ребята, их неусиление. И то, что могилы вот эти вот я так и не смог. Это нужно было действительно брать могилы еда. С могилоедом бы, наверное, все было бы немножко по-другому. Но это, опять же, не факт. Ладно, мы с тобой полляма заработали. Получили свои 4 конфеты и довольные. С карамелькой за щекою будем заканчивать, наверное, с тобой эту серию. Так что, друзья мои, пишите в комментариях, как играли вы, какую команду собирали вы, эффективность, и обязательно напиши уровень, уровень своих растений, потому что если ты пишешь, например, там, таких-то, 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 но, извини меня, у меня уровень 2, а у тебя 10, то понятное дело, что ты выиграешь в любом случае. Я имею в виду, исходя из моих растений. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.